Привет, мои прекрасные зрители. Меня зовут Виктория, вы у меня в саду на канале Life and Garden. Мой канал про сад и немножко про жизнь. И немножко про жизнь. Да. Ну а сад между тем тоже живет своей жизнью, совсем отличной от нашей. Что-то распускается, что-то отцветает. И, между прочим, требует своего ухода. Где-то ухода большого, где-то малого. Но не бывает сад без ухода вообще. Не бывает красивого сада, чтобы вообще без ухода. Я сегодня ухаживаю за флоксом шаловидным. Если честно, уход за ним, конечно, минимальный. Вот минимальный. И все. Сейчас буду показывать. А между тем я любую своими луками. Какие огромные-огромные яркие-яркие фиолетовые шары. Вот такие красивые. Просто не могу не показать. И вот такой натюрморт садовника на фоне уже обстриженного кустика шеловидного флокса. Давайте вспомним, как весной цвел флокс шеловидный. Вот так он красиво у меня располагался двумя картинками по обеим сторонам от начала дорожки выходящий на патио. Это была очень красивая и нежная цветочная композиция. Сорт цвел лавандово-голубым цветом. Свел долго, с месяц. Целый месяц здесь были вот такие голуб... голубые облака, буквально голубые облака. метельчатый флокс в нашем южном климате распускается где-то в начале апреля. И, как я уже сказала, цветет довольно долго. В зависимости от погоды. От двух недель, когда очень жарко, и вот до месяца, когда было довольно влажно в этом сезоне. Что касается места, куда его посадить, он любит солнце. И вот на солнечной стороне тот кустик, который мы сейчас будем стричь, он уже давно отцвел потому что он расцвел раньше. А вот этот почти что всегда в полной тени. Солнце на него не попадает. Он расцветает гораздо позже и цветет вот до сих пор. Еще очень хорошо метельчатые флоксы смотрятся на подпорных стенках. Я видела в одном месте, как вот такие вот метельчатые флоксы спускаются с подпорных стенок, как Лавандовый водопад. Это очень красиво. И по уходу. Растение абсолютно неприхотливое. Я его здесь ничем не удобряю, представьте. Полив он любит, но может терпеть, в принципе, и отсутствие частого полива. Но не против хорошего полива тоже. Тогда он будет повыше, погуще. А если будет на полном солнце без полива, он будет просто плотно-плотно прижат к земле. И высоко не подниматься, не вытягиваться. Но вот тут вот мой флокс поливается вместе с газоном. И он довольно высокий. Единственное, чем нужно озаботиться при уходе за флоксом, это его подрезка, стрижка после цветения. Почему флокс необходимо стричь после цветения? Потому что в процессе легитации он сильно вытягивается, а нижняя его часть оголяется и сушается. Ну, так как тут у меня полива много, я еще раз говорю. Он выглядит зеленым. Если он на полном солнце растет, то вы можете увидеть, что нижняя часть прям очень-очень сухая. И вот, чтобы кустик за лето совсем не высох, а наоборот пустил новые побеги, и нужно срезать верхнюю зеленую массу. Чем мы сейчас и займемся. Будем срезать зеленую массу у куста метельчатого флокса, который у меня расцвел раньше и уже отцвел. Вот он здесь, под черешней. Он цвел, когда деревья еще не распустились, тогда на него падало полное солнце, поэтому он раньше цвел. Сейчас-то он уже в тени, потому что над ним распустилась. Большая черешня. Вы видите, что здесь остались одиночные цветочки, но это уже не критично, не имеет значения, потому что больше он цвести не будет. И его именно в это время, сразу после цветения, нужно подстригать. Как видите, процедура несложная. Я просто захватываю пучок, который помещается в ладонь, и срезаю его на сантиметров, ну сколько здесь? Сантиметров 7, да? От поверхности, от корневища. Вот так беру и срезаю. Вот сейчас уже хорошо заметна разница между подстриженной частью куста и не подстриженной. Не волнуйтесь, что нижняя часть, которую вы оставляете, она слегка желтоватая. Дело в том, что куртинка была очень и очень густая, и, конечно же, света внутрь не попадала. Буквально через неделю все обрастет новой свежей зеленой листвой. Ну а я продолжаю стрижку дальше. Ну и вот он наш свежеостриженный флоксик. Время пройдет, и он снова зазеленеет. Будет красивым, густым и свежим. А вот что настригла. Каждый, практически каждый этот стебелек можно укоренить. Особенно те, у которых остались фрагменты корешков. Вот видите, тут видно, они такие коричневые. Их можно поставить в горшочек. За лето они укоренятся. И осенью высадить в открытый грунт там, где вы хотите прекрасные голубые облака. Ну что ж, наша маленькая садовая работа на сегодня сделана. Флокс подстрижен. Ну а мы с вами прощаемся до следующего видео. И на сегодня это все. До новых встреч у меня в саду.